Slavă Domnului, ce au constat esterii pe Măricel. Și mulțumesc contribuțiilor și a raionului și local noi instituții. Am făcut posibil sala de sport să o aducem la un nivel. Într-adevăr, copiii n-au avut ora de sport o bună bucată de an. La aer liber și teoretic, practic, lecțiile. Asta e bine. S-a finisat, este bine. Și ce avem? Dacă hidroizolarea instituției nu este, apele iarăși vin subteran și știți situația cum este acum, ce facem noi cu sala de sport? Să veniți să intrați, a apărut mucegaiul și apare ciupercă. Sunt medici aici și nu sunt de voi să mint. Asta e sănătatea copilului. Vine tuberculoza, vin infecțiile. Și eu rog, vin cu o propunere. I s-a acordat 55.000. Știți ce număr de elevi, că e per capita, știți ce, număr, ce sumă are liceu. Propun ca, eu sunt de acord, 300.000 la Pușkin, nu am nimic contra instituțiilor. Dacă s-a acordat 100.000 la celălalt, de ce să nu se dea și Constantin Stierii 100.000? De ce s-a luat 137 la Gogol, n-am nimic cu instituția, 134, cu instituția Gogol, n-am nimic. Eu atac problema. Lasă fie și la Constantin Stierii 100.000. Ca să rezolve problema, fiindcă la anul noi venim cu ceretare. Noi la anul venim cu colectivul de elevi și demonstrăm că sala va fi în acei situații, că așa am trebuit. Să rămânem două cuvinte, care situația cu toate zâmbările este. Care primarul s-o hotără. Domnule ministru, poftim, mă mâniți aici două cuvinte. Deja mă timp mă părere. Mai rog, dacă e prima chestie în scrierea de care bugetul pentru anul 2006, nu a fost votată. Chestiunea dată nu are sensul. Eu vă sugeriez, președintele ședinței, să pună la vot proiectul de decizie care urmează să fie votat 14 voturi. Dacă el nu trece 14, întrebarea nu se adoptă. Да, да, конституция декларитарь. Давайте я уже скажу. Парадокс. Сегодня кто-то сказал парадокс. Я не помню, кто именно. Может, господин Кимар совершенно правильно выразился. Мы обсуждали полчаса о том, что целая куча проблем. Что мы сделали? Мы забаррикадировали прошлый вопрос, чтобы не решить этот вопрос и создать новые проблемы. Парадокс. Правильно сегодня кто-то выразился. А можно, можно я это скажу? Мы много говорим, проблем много во всех институциях, они были, есть и будут. Вопрос в том, что наша функция как консилиума помочь из своих средств. Но так как мы вышли на то, что у нас минус 107 тысяч, чем мы можем помочь? Мы можем только взять у кого? У тех же институций, у тех же специализированных предприятий, которые у нас есть. Мы должны выживать за счет чего? Ребята, у нас есть те отделы, которые не работают. Год назад мы говорили о том, что у нас есть заблокированная организация, которая была создана давным-давно. Никто ее не занимается, никто ее не развивает, просто бумага. Бумага стерпит. Вот для чего консилиум районал. Для того, чтобы мы могли изыскать средства, помощь им, им и не надеяться только на компонент районал. Благодарю за внимание. Да не вопрос, ваше мнение. Вопрос первый о финансам. Раз уже обсудили вопрос о выделении 100 тысяч, там, той школы, 100 тысяч, той школы и так далее, для консильеров. Как говорится, не дай Бог, каждый выскажет свое. Не дай Бог, чтобы сессии сняли эти 100 тысяч. То есть там идет финализация, финализация начатого вопроса, то есть выделялось раньше, сейчас должны завершить, правда? Все. Меня не интересует, что там. Но были люди, которые работали, сколько денег выделялись. Другое дело, извините, другое дело.
имейте в виду, просьба того же примаря Карабетовки, те же вопросы, которые были подняты. Имейте в виду, уважаемые члены районного рабочего комитета. А канцелярия решат обязательно перед дислокацией денег с любого источника. Я согласен с канцелярией, потому что у нас такая же ситуация стоит в лице Пушкина. Вы должны просто понимать, не думайте политически, а понимать. Потому что придет 1 сентября, вот здесь пищеблок закроют или сожгли Пушкина, и вы потом придете и скажете, что кто-то виноват, кто-то недоработал. Понимаете? Вы принимаете решение. И мы на прошлый раз, когда выделяли компоненты, мы говорили за эти две институции, это и Сергея, и лицей Пушкина. Вы тогда срезали. Я уже не буду сейчас называть советников и фракций, которые срезали. Когда Пушкина подготовил проект, 650 тысяч, не дали. Не закончили. Сейчас просим. Тоже блокируйте. Никто не блокирует. Блокируйте, я уверен, что будет по-другому распределение. Так, это все это заблокировано. Респонд ремарка. Мы в прошлом году давали 300 тысяч на Пушкина. Мы дали на Исарлию то же самое. Господа советники, помните ли вас, предоставьте мне акт выполненных работ этих строителей, которые мы дали. Предоставьте мне выполненных работ, чтобы я их реально увидел, потому что я ездил туда, я смотрел, там как зашпаклевано, я смотрел, какие фирмы выиграли, я видел, какие люди там работают. Я понимаю, что у нас такая законность и мой, что, но покажите, дайте отчет о том, что вы сделали. Вы хотите, требуйте. Вы говорите, что мы блокируем. А как они будут блокировать, если кроме вот этого, что мне дает господин Левицкий, больше ничего не вижу. Я не вижу акта выполненных работ. Я не вижу, чтобы там комиссия пошла, чтобы она приняла этот объект в равном внимании. Как ему отработалось? Как оно сделали? Я был у директора Пушкина. Уважаемый директор Пушкина, жалко, что ее здесь нету сейчас. Эта женщина плакала, говорит, а мне так сказали. Мне так сказало руководство района делать. Мне так сказало. И все остальное. Дайте акты выполненных работ, господин Николаевич. Они же принимают выполнение работы. Вы держали под контроль. И сейчас вы не врите, пожалуйста. Андрей Петрович, кто делал мистер Лей? Кто делал ремонт? Я не помню. Как вы не помните? Я фамилию не помню. Как вы не помните? Но еще раз говорю, что они самостоятельно проводят закупки работы. И проводят эти работы. Но мы выделяем деньги. Дайте нам что-то. Что выделяете? Вы выделяете деньги, которые они же выделили для себя. Они же выделили. Добрый день. Делаю ваш политический требарь Олег Галкин. Și întrebarea cât conducerea raionului și a orașului Basarabească. De ce instituțiile date au ajuns azi în situația dată? De ce și eu satele de la un alt? Primăria Isărlie a câștigat proiecte și le-a implementat în școală. De ce primăria Sadaclie a câștigat proiecte și a implementat în școală? Primăria Carabetovca la fel, Iordanovca și Bașcalia la fel. Dar aici, în Basarabească, nu se câștigă niciun proiect. Nimeni nu vrea să alerge pe drumuri și să fugă. Numai dați-mi bani. Oameni buni, dați-mi bani, duceți-i cătați. Inclusiv șefii de instituții, inclusiv tetetajul ăsta, duceți-i cătați bani, nu veniți și mă dați deja. E ca să câștigi un proiect, noi am implementat anul trecut de 600.000, dar eu dacă n-am fost de 100 de ori la Chișinău. Dacă așa se știe, așa se fac lucruri, dar nu dați. Dați Basarabească că половина населения района, чтобы вы это понимали. Каликарина и половина денег одной стараться в городе. Они идти на одно село. Давайте с этого начинать. Здесь тоже дети живут. Они только хотят кушать нормально. Они только ваши дети. Все. Работайте. Для всех нормально. Работайте. Поэтому вы выигрываете проект. Они не распределяют деньги. Они просили. Дай. Где ты выигрываешь? Где вы говорили, что вы выиграли Башкалия, который сам Башкалия выиграл проект, да? Вы так вы объясняете, да? Хорошо. Башкалия, который есть документы от Центра национальной коррупции, есть документ, который, блядь, ты не смейся передо мной, да, и есть доказательство, что он воровал от школы 1 700 000 лей, который крыша стоит 550 метров, а он поставил 1 750 метров, который я несу ответственность об этом словах.
И вы не можете сказать, ты мазапризм. Вот где деньги. И ты тоже не струн никакой. Вы воруете только. Господа, советники. Я не хочу обидеть ни примаров, ни советников, но хочу напомнить, что при чтении проекта дают больше селам, чем городам. Это так, чтобы вы понимали. Но сегодня села, я что-то не так сказал? Контрибуции меньше у них, контрибуции меньше. Да, и контрибуции... Ну подождите, ну давайте так я скажу. Как распределяются проекты американских, румынских грантов, мы все прекрасно знаем. Я, будучи советником района, 8 лет всегда говорю, распределение компонента СОНДа распределяли изначально неправильно. Изначально неправильно. Никто не предусматривал по школам, по численности населения. Вот сальдо, если первоначально бы начали распределять компоненты это точно так же, тогда бы сейчас здесь не возникали бы вопросы о выделении денежных средств. На протяжении многих лет городские школы были ущемлены. И это реальность. Если мы сегодня предоставим факты, это реальность. Мы сегодня получаем, говорю, вот, госпожа Татьяна, я ей благодарен, что она подняла этот вопрос. 15 миллионов хотим привлечь в наш город и выделить, найти хотя бы, изыскать возможность 100 тысяч. Мы ей эти деньги не даем. А из компонента тоже просим выделить. Вопрос, конечно, тяжелейший. Для того, чтобы не обижать села и город, я, конечно, буду отстаивать свой город и свои школы. И тот компонент, который был выделен 300 тысяч из компонента на первую школу, для того, чтобы в следующем году, я знаю, как в этом году открывался, как мы договаривались о том, чтобы открыть пищеблок, чтобы детей кормить. Я понимаю, что есть проблема большая в Юрдановке. Для этого... Наверное, все же вам нужно сесть, и если вы решили через неделю провести, обговорить этот вопрос. Но только не ругайте здесь. Я не хочу, я не могу давить ни одного советника и ни на примаря. Если вы посчитаете, нужно вот сегодня утвердить, пожалуйста, утверждайте. Но если нет, не то не ущемляйте, не ущемляйте город. Мы уже полчаса говорим ни о чем, потому что у нас вопрос снят. Второй, мы говорим ни о чем. По поводу там, где стоит речь. Контрибуция сапело. Персонал, а мест пикарапетов, кашам струсим на тур, де на четецень. Pentru a-ți forma la Ionul Basarabească. Corect. Și primit și dumneavoastră din alte părți să văd ei ce vreți. Я согласен с коммунистами полностью. В той части, что сейчас мы не можем, исходя из по бюджету, конечно, мы сейчас не можем осматривать вопросы районной компании. Мы его снимаем, конечно. Или снимаем. Снимаем, мы не можем. Мы не приняли первое, мы не можем сейчас. Левицкий, объясни юридически. Президент Se pune la vot proiectul de decizie numărul 0110 privire la repartizarea componentei raionale cum este în carte. Кто за?
Уну. Можно говорить? На бюджетной комиссии этот вопрос обсуждался. Мной было написано два распоряжения выделения денежных средств. Это приднестровцы, и 5 тысяч было выделено на церковь города Басаралеска. Это у нас выходит, сколько даем на Приднестровцев, и выделены и 5 на Афганцев. На церковь. Кто за? Именно только по вот этим двум. Да, по этому пункту. Только по этому пункту. Константин, в тексте не дистримодификали о бюджету района. У нас покупали летний бюджет Узбекистана, Литвана, Думни, Обстрадите, стало пробачи, потом транслируют для бюджета Узбекистана, в бюджете Ганукали. А дирекция финансов сумма 30 милей, дирекция бытовой генерал сумма 30 милей, секция экономии 10 милей, сервичи агрикультуры и алиментации 6 милей, и секция культуры 5 милей. Ефектора, респективе лор модификарим бюджету района, се опиляза в скупу асигурери активитетей, центру и пент персуальной летати, генсат садоклия. Антемиил Демерсов, контактный шеф аппарату председателя районului, замечание Бейта Силвия, приверила редистрибуирия унора локации бюджетария, în legătură cu insuficiența mijloacelor financiare planificate la servicii energetice și comunale, gaze naturale, privind planificarea cheltuielilor pentru întreținerea managerului energetic al raionului și, de asemenea, pentru contribuția costului proiectului Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și pentru investiții, se redirecționează următoarele sume. Pentru achitarea serviciilor la gaze naturale, suma 30.000 lei. Pentru întreținerea managerului energetic al raionului, suma 38.300. Pentru contribuția costului proiectului Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și pentru investiții, suma 20.000 lei. Asta este ce se ține de modificări. Dacă sunt întrebări. Doamna Ierna, am așa o întrebare. Iar că mi-am spus cum, da, să înțeleg, ați găsit totuși banii ăștia din altă parte, ca să închidem întrebare. Păi totuși și mai găsim din altă parte, închidem întrebare și cu școala de Ordanu, că și cu spitalul. Doamne, spuneți-mi, vă rog, pentru ce să duc banii ăștia și la cine banii ăștia? Noi ne-am refuzat de unitate, din aparat, și am pus banii pentru copiii orfani. Asta e bine că am găsit posibilitatea. Eu nu zic nimic de asta, poate mai găsim și din altă parte. Vreau să anunț că noi am... Ca să zic așa, am trăirat foarte bine și am anunțat bugetele noastre și acum la moment au rămas la limit bugetele. De acum să zic, mai avem de unde să reducem, nu avem de unde să reducem. Au rămas serviciile și cheltuielile cele strict necesare, activității. Cine? Pune la vot. Cine pentru? Конечно, ребята, вы что? Мы опять вернулись к тому вопросу, который меня перекинули. 38 тысяч. Красиво. Сейчас быстренько проголосуем и закрыли тему с парнем.
я не досказала в процессе рассмотрения. То есть мы под этим контрактом. Человек исполняет две функции. Одну мы платим, а вторую не платим. Из них 8 месяцев даже по этой основной функции не оплачен. Человек делает волонтариат Петру району Ностру. Чинит день тревой, стимат консильер, стимат руководитель. Кондуч. У фашист волонтариат району Ностру. Я Ларе три кубки. Он у меня берет выходной на основной работе. То есть он берет за свой счет. Едет за свой счет. Подождите. Едет за свой счет, потому что командировки, да, насилие меня не даст соврать, не оплачиваются. Есть ему нет смысла. Как человеку нет. Ему совестно. Потому что его дитё тоже ходит туда. И он как человек ответственный. Понимает, если он сегодня откажется, они на плане фикаре, они планируют работы, понимаете? Это самый важный этап. И были привлечены по просьбе руководства, которое требовало от него проект по энергоэффективности, у него должен быть, ему сказали, что в рамках этого проекта будет разработан стратегический план в отношении энергоэффективности по всему району. Корректно? Я правильно говорю? Я изучила ситуацию? Да, я знаю. Так вот вопрос. Человек дополнительно, он работает, за свой счет едет, ему не выделяется ни одной командировочной, ему не оплачивается дорога, потому что у него есть совесть. А у нас с вами, господа, совести нет. Нет. У нас есть, у некоторых нет. Нет, я просто задаю вопрос. Руководители района, прошу вас изыскать средства, сократить зарплату себе, отказаться от премий, отказаться от всего. Можете отказаться, можете снять со всех консильеров. Да. Давайте. Договорились. Давайте. Снять со всех консильеров. Если кто подпишется. Которые живут без рабки, с тех козырей. Не вопрос. Хорошо. И оплатить человеку 100 тысяч. И вы тоже отдавайте. 300 я готов, мне не жалко. 300? Находите 300 давайте, мне что? Не мы находить должны. А кто? Я просто прошу вас. Я извиняюсь, 2 секунды, минуту. Господин Кирков, вы как начальник финансового управления. Нет, подождите, управления. У вас есть претензии, руководители, есть претензии? А ну-ка, объясните вы нам, вы хоть с этим вопросом. Вы у нас должность имеете, получается, зарплат. Объясните конкретно нам, что это и как оно кушается. Значит, да. Во-первых, человек, да, действительно занимает две должности. То есть он является проектом по Матей Басарабу, менеджером проекта по Матей Басарабу. Также он является менеджером по энергоэффективности, где идет разработка стратегии района. То есть две должности. И у меня есть... По зарплате я что мог сделать. Дальше у меня вопрос вам, Катерина. Он сейчас разработал. У меня вопрос вам. Если этот человек отказывается от ведения этого проекта, какие у нас последствия? Последствия будут следующими. Во-первых, когда человек за год изучил полностью все, он обошел все здания в районе, ну, большую часть зданий, то есть 52 здания, сделал техническую базу на все, передал всю информацию в ГИС, то есть он сделал колоссальную работу. Что я могу сказать? Этот человек уже знает работу от АДЯ. Если мы сейчас найдем другого менеджера по энергоэффективности, у нас мы потеряем большой промежуток времени. Господин Кирков, я так понял от вашего вопроса, что он не только школой занимается. Да, я сказал, он разрабатывает стратегию района. Всего района. И мы имеем такого человека в районе, мы не можем его профинансировать. Это нормально, что ли? Можно я скажу? Есть рекомендованное письмо, где просим руководителя района продлить контракт именно с Анатолием Кирпичевым, так как он является специалистом и уже достаточно осведомлен, их устраивает. То есть они уже отказываются от части, где нужно провести конкурс, они готовы с ним работать, сотрудничать. И на этом этапе у руководства появилась другая идея. О сангажем Алперсуана. Другого? Да, который согласится на более меньшие деньги. Ну да, а человек 2 года работает просто за бенегол. Шепстионану серим ярбанди компонент пентручил. И еще одно. Я требую руководства сохранения данной части, по контракту он должен быть заключен на весь период исполнения. Он должен быть как менеджер проекта. Это и есть рекомендация. Мы из года в год, 3 месяца он вообще не получает, он ждет очередную сессию, где будет утвержден бюджет.
и где будет рассмотрена сумма, которая будет его обеспечивать, его зарплату. Господа, давайте будем серьезными. Мы взрослые люди. Вы говорите? Я хочу сказать одну вещь. Сейчас вот мы, я опрашиваю всех советников и себя, вот, мы всплывает этот вопрос вот в такой теме впервые. Ребята! Подожди, ну, вы же говорили. Вот, впервые, да? Вы не ставили вот под острым углом вот эти все вопросы. Я ставила, Андрей Михайлович, я ставила этот вопрос. Господин Железов, на всех комиссиях всегда уже курируется этот вопрос. Послушайте меня, целый год. На бюджетной комиссии я обратился к советникам бюджетной, был вот этот вопрос. Нам доложили, что все вопросы решены. И за этот вопрос взялся я. Я позвонил господину Анатольевичу. Так, 15 миллионов и 100 тысяч мы не можем найти на выделение фонда заработной платы. Что это вообще смешно? И когда извинит председатель района, говорит, я хоть и 3 тысячи найдите. Кто-то хочет его убрать. Я хочу прочитать вот только что. Сейчас отправила письмо. Я прошу. Валентин, 20 секунд. Уважаемые советники района Басарабянск, довожу до вашего сведения, что агентство регионального развития Юг добилось в 2017 году финансирования проекта повышения энергоэффективности электрического лицея Матей Басарак из города Басарабянск. Посредником диалоги с донорами и главным нашим партнером по развитию является Германское общество по международному сотрудничеству GIS. Внедрение проекта фактически началось уже в 2017 году. Местный вклад благополучателя Бессарабского района совета заключается в найме и предоставлении местного менеджера проекта. Это обязательное условие, выдвинутое донором и одобрение Бессарабским районом совета на основе решения 7-го, 14-го, 25-го августа 2016 года. Решение прикреплю к данному сообщению. По этому вопросу возникли некоторые трудности. Поскольку заключенный в апреле 2017 года контракт с менеджером проекта истек в декабре 2017 года и до настоящего времени не был продлен. Помимо этого, в целях качественного внедрения проекта и выполнения всех обязательств перед донорами, по нашему убеждению, менеджеру проекта необходимо предоставить надлежащие условия труда и оплаты. Насколько нам известно, данный вопрос будет обсуждаться на очередном заседании районного совета. Если вы в качестве районного советника считаете, что данный проект необходим для Бессарабского района, просим вас на следующем заседании посодействовать положительному решению данного вопроса. К данному сообщению прилагаются официальные письма от АРЮ и ЧИС на государственном и русском языке, уже направлено администрации района, а также решение 7-го, 14-го, 25-го августа 2016 года. Районного совета, утверждающий проект найм и найм менеджера проекта, именно на основании указанных решений условий АРЮ совместно с районным советом выиграло финансирование для этого проекта. Могу предоставить вас письмо. Есть. Дальше могу вам прочитать письмо. Вот он. Так, вот он написал, говорит, если не нарушение этого, мы проект закрываем. Вы назвали сумму в размере, что вы делали какой-то проект, там и финансовые части вы относитесь, да? Там 30 тысяч, сколько выделяют? Сколько там? 38,5. Нет, это стоимость контракта. Нет, вы просто так сказали, что это... Нет, это стоимость контракта 38 тысяч. С человеком, который будет работать. Да, договорились на 100. Но вы разговаривали с тем, кто вел в течение года и в прошлом году без зарплаты работал? Разговаривали с этим человеком? Он согласен с этой суммой? С Анатолием я разговариваю почти каждый день. Он согласен с этой суммой? Нет, он не согласен. Не согласен. Его первоначальная зарплата была, он согласен на то, что он имеет... Он работает официально в БТИ и имеет зарплату около 5 тысяч. То есть, если он... 5500. Если он едет на семинары, где денежные средства у него не запланированы, он берет за свой счет, где каждый день он теряет 250, ну, 200 лей, грубо говоря, будем говорить 200. Так. Он едет 2 дня на семинары, то есть у него получается дорога за его счет, плюс за свой счет он берет, 500 лей он за 2 дня теряет. И он говорит, в конечном итоге у него выходит где-то 500 лей зарплата в месяц. Вот. Я не хочу вам, чтобы вы подумали, что сейчас я вас на вас давлю. Вы мне скажите, откуда, из какого расчета, если не согласен тот, кто вел в течение года этот проект, откуда
вот эти цифры взялись, 38 и 3 на фонд заработной платы. Дело в том, что это было, такой контракт был заключен с ним... В прошлом году. Нет, неправда. Контракт был заключен. Нет, контракт был заключен в прошлом году на 22 500 лей. Хотя изначально это. А он получил эти деньги? 22 500. Он получил все деньги, да. Получил. Это за прошлый год, за 17, за 16 год, где указано 2400 за 3 месяца, которые вообще не были оплачены. Господа советники, здесь основная часть живущих в городе. Вы послушайте, да, только в цифры, внимательно. Просится, уверена, в этом году может это начаться финансирование. Около 15 миллионов лей в наш город. Я вас прошу, отнеситесь, пожалуйста, независимо. Сельские здесь советники сидят. С нашего города, те, кто живут в городе. 15 миллионов. Даже в район не получал столько за раз. Ни один. Ни один объект не использует. Это главное, что контрибуции нет. Контрибуция, наша совесть, у нас есть вообще 30 тысяч лей и общая сумма. Сколько ему надо? Ну давайте снимем его следующий через неделю разговор. Первично, когда я вас прошу, делайте поспешность. Я конкретно говорю. Его, он не просит продажи 1% от этого. Он просит конкретно 6 тысяч плату, это будет причислено. Он просил. На сегодняшний день я, как человек, который рекомендовал и просил его, и за меня он полгода работает даром, я прошу от совета 22 тысячи. Нет, 22 тысячи. За вас работает, пускай работает за вас. Так он работает и на район тоже. Он не на меня работает. Он и на район работает. Вот первый данный он делает. Послушайте меня, я прошу у совета выделить 100 тысяч лей на оплату всех расходов, которые он имел. И заключить контракт до конца года 100 тысяч лей. Дальше он будет снимать скулечь. Дальше он будет и конту мучить. Nu poate această persoană să plece în două locuri după protocolul de oraș, să primească și acolo salariul, conform și de aici. Ori de folosit de viața, de funcție, ori de aici. Mă tare, ești scăzat. И вы не сможете это делать. Пусть садятся, делают перерыв, но изыскивают эти деньги. Согласен. Если вы только поднимем весь город, 15 миллионов лет, вы что, смеетесь? Господа, руководство района, у вас есть письмо. Я прошу прощения. Вы давите очень сильно. И браво, что вы давите, потому что вы умеете давить. Это видно невооруженным глазом. Но, закон есть закон. Статья 43, часть 2 закона о методе публичной администрации гласит, что Консилиум районов поate реализа și alte competențe în condițiile legii, condiția asigurării surselor de finanțare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor. Statea 81, часть 7, говорит, este interzisă orice delegare de competențe fără alocarea de surse financiare, necesare pentru a acoperi costul realizării competențelor respective. Вы сейчас будете до вечера будете говорить, что нужно. Да, нужно, я согласен. Но если нет денег, вы не можете обижать председателя района и изыскать. Давайте мы будем их искать. Мы сядем и будем говорить. Давай 40 миллионов. Дом нужно бить. Нет, это дорога. Кто-то не балабил и дечизи, а вот и консилю района для дескиде гимназию Дин Йордановка. Так и ну спать. Нет, это дорога. Кто-то делегала я. Кто-то ну спать. Яка, спать ну. Ну, я купирю. У реферии на гимназию Йордановка. У реферии на гимназию Йордановка. Консилиум. A avut posibilitatea încă în 2013, la 25 august, să hotărască chestia ta. Господин Левицкий,
Мы и будем давить. Мы и будем давить. И не ваше право исполнять и решение совета. И решение людей. Я еще раз говорю. Вместо 15 миллионов лей. Еще раз говорю. Может вместо 15 миллионов лей и выделить 100 тысяч есть разница. От вас не просят ни контрибуции, ничего. И не вы выигрывали этот проект. С 2014 года он. 15 миллионов лей. Вы что, смеетесь? Для города. И вы сейчас здесь сидите. Елку 60 тысяч нашли деньги. Найдете 100 тысяч. Вообще уже смеетесь. Можно я скажу? Тут все говорят, проект не будет. Завтра его закроют. О чем вы говорите? А кто-то из вас видел, что я два раза встречался с главой делегации Евросоюза господина Михайлова? Вообще не надо сфотографироваться или... Не сфотографироваться. Селфи. А для того, чтобы вы здесь говорите и наезжаете, давить, как вы говорите. Это надо. Давить. Выступаете. Не нужно давить, нужно решать проблемы. Согласна. Предложение. Вы знаете. Что вы своим распоряжением решите этот вопрос? Своим распоряжением будете вы решать, и в тюрьму идти будете вы, а не я. Я хочу жить со своей семьей, а не своим распоряжением. Я исполняю решение совета. Мы договоримся там. Вот, если вам там нравится, идите туда обратно. Это ваше право. Давайте, то, что вы можете с демократами договориться, это уже хорошо. Да не кидайте политику. Еще раз говорю. Вы здесь. Мы решаем вопрос. А послушайте, кто сказал против, чтобы кто-то сделал или помочь? Вы здесь развели. Говорите о чем? Вы сейчас можете до вечера сидеть, вы не найдете эти деньги сейчас. Сегодня, значит, правильно сказал снять. Господин секретарь? И найти. Еще раз вам говорю. Слушайте внимательно. Для того, чтобы найти... Перерыв. Остынут. Давай остынут. Перерыв. Знаете, договорить уже не ребят, мы вас слушали два часа все. Два часа. Я считаю так. Следующий сессия, чтобы было закрыто. Чтобы не было только для того, чтобы мы закончили прения. И чтобы не спорили по поводу этого вопроса. Я предлагаю обязать председателя района заключить контракт с господином Анатолием, не знаю, как фамилия, прошу извинения, с господином Анатолием, заключить контракт в сумме получения денег в течение года там 100 тысяч лей, образно, то, что сумму он просит для того, чтобы вести. Да, умно, в течение, у нас основных средств на сегодняшний день есть 38, в размере 38,3 тысячи лей. Дальше, в течение года, вы все прекрасно знаете, поквартально, и начальник финансов здесь подтвердит, что всегда создается какой-то сальдо поквартально. Делается анализ бюджета и смотрится. И вот оттуда мы можем изыскать возможность дофинансировать этот проект. Но сегодня обязать заключение договора его. И тогда закончилась эта тема разговора. И все. А он, как исполнительная власть, должен исполнить решение совета. Если оно законное есть. Законное. Оно законное. Если решение законное есть, если его исполняет. Если закон не имеет его права. Товарищи, скажите, возражение, чем поешь. Законно, незаконно. А вы же правильно. Спасибо. Este interzisă delegarea de competențe fără acoperirea financiară necesară pentru acoperirea costului realizării competențelor respective. Scrie în lege. Noi trebuie să găsim întâi bani. Și apoi mă să rezolvăm. Da, dar cum să împarți dacă nu-i ai? Când găsesc banii, atunci am împuternicit pe dânsul să încheie contract în sumă de 1 milion, 2, 3, 4. Dar atâta timp când nu sunt banii, nu putem. Вот в этой части снять. Președinte, не речи. Рассмотреть и не изыскать. Дана им, я пропон акум Лидогора Кошенко Вара 20 минут. Давайте перенесем. Ой, репалкум. Давай закончим с этим вопросом. Я думаю, может, чего-то еще поговорят и вы сегодня. Есть предложение. Давай переносим этот вопрос, вот поддерживает данный, на следующую сессию для
конкретного обсуждения. Сегодня надо. Вы себе, вы себе даете отчет, о чем вы сейчас говорите? Ну, Привар. Сейчас. Валентин. Валентин. Сядь, пожалуйста. Валентин. Вы себе даете отчет, что вы сейчас говорите? Там 60 3500. Ира, я не зря сказал. Назови для чего и откуда эти деньги. Мы в отделе отказались от одной единицы по ресурсу у мамы. Господин председатель, я правильно говорю? Это деньги на детей-сирот. 6 и 9, значит, у людей. Мы обязаны, есть документ, мы обязаны им платить. Это карманные деньги каждый день, когда ребенок идет в школу. И вы сейчас говорите, значит, давайте отложим, да? На следующую неделю. На какой? Нет, на это. На следующую отложим. Дети-сирот, Федя. Я говорю, мы в отделе посчитали нужным отказаться от одной единицы, положить туда деньги в кучу, чтобы детям попали. Я правильно говорю, Ира? Скажите уже один раз, чтобы они поняли. Не откладываем вопрос, сейчас его будем рассматривать. Делать. Именно после сессии начинаешь рассматривать. Исполнение отложили как раз к тому вопросу. И каждый тоже так делает. Нету денег, а? Снимите, что вы там снимаете, снимите. Мы устроили с первого вопроса парадокс. Да, с первого вопроса. Давайте мы объявим 10 минут перерыв, обговорите между собой, посмотрите, к чему выйти за 10 минут. Потом собираемся здесь. Кто за 10 минут перерыв? Кто за 10 минут перерыв? Голосует. Да. Да, мы имели если ревизуешь, то мы не помним, мы будем дуя человек перерома. Дуя перерома. Дорогой Василий, понимла вот. Понимла вот, он сказал, что вас смальчик. Его сухой-то шау пропонили, то уж. А где ну легади бюджет? Нахуй ты не требали фельча. Ши легади требали к алокаре сурсова. Хайди со стамы на виетуаре. Добрый шедит. Хайди со стамы на виетуаре. Кто с пришедит со фракции Ульва? Легади по сильери. По сильери. Фащим по Адунаре. Ну, а сесюди до Адунаре. Унди се хотери платим требали есте. Дурирос. Ши пи урмы, анунцем сесия, фэр динамик, а вне чисто дозы жмут, шо хоры токи треба. Хайте сам тэй спачим у дебатери, унди се ишим у консенсус легал, ши сам кидим токи треба рлеса кариса. Олег, ты чуть-чуть для нас. Я врёк, а мне вас и дат студенту, председатели комиссии бюджет и финансы. Переведи им для нас, советники, я прошу, господин председатель, дайте слово председателю нашей комиссии, чтобы он объяснил, как... Председатель сегодня заседания тоже член комиссии, значит, так он объяснил, значит, сегодня... Я имею в виду по выделению денежных средств из резервного фонда, потому что вы пакетом тогда приняли. А я должен указать в протоколе, понимаете, как были выделены эти средства. Немалые средства, 68 тысяч, я не ошибаюсь. 69 тысяч. Поэтому, если вы решите пакетом голосовать, так и решите, чтобы я мог писать протокол. Потом вы меня не обвиняли в том, что я фальсифицировал, не дай бог еще. Да. Значит, во-первых, значит, на заседании комиссии, значит, присутствуют члены комиссии, вот секретарь комиссии, значит, были представлены все документы по каждому человеку в отдельности, значит. И, значит, мы согласились с тем, что предложила, значит, не руководство района, а те, которые рассматривали все эти заявления, все такое. Значит, это только у нас есть. Значит, и поэтому, учитывая то, что и то, значит, и 200 тысяч, которые не держат фонде, мы больше 1/3 уже распределили, а вперед еще 9 с чем-то месяцев. Значит. Так что, я не знаю, будем зачитывать по каждому человеку, значит. Подождите, вы что, нашли от темы, я не понимаю. Не-не-не, слушай. Резервный фонд уже рассматривали? Нет, в этом входит все вместе. Да, вместе, значит, пакет. Давайте поэтапно сделайте то, что вы что, на резервный фонд перекинули? Мы не договорились на перерыве?
начните с этого вопроса. Первоначальный вопрос идет о выделении средств. Для Анатолия, возьмите человек, который ведет этот проект. Зачем вы на резервный фонд принесли? Ну, 38 тысяч, насколько я понял, 38 тысяч. 38 тысяч даем ему сейчас. Да. На что? На жизнь. На зарплату пока. Добавляем, я могу, можно я можно ли добавить сюда 38 тысяч? Например, выделяем сейчас 38 и оставляем право себе рассмотреть на следующую сессию бюджет дополнительно финансирования данного человека. Можно. Понял, Леша? На следующую возможно ли такое? Возможно, возможно. Расчленение этой суммы. Тогда в таком случае я приношу дополнение. Значит, на следующую сессию внести... Это не должно быть менеджер по энергоэффективности. Вот менеджер по энергоэффективности 38 тысяч. Остальные 62 тысячи должны быть как менеджер по проекту. Согласен. Согласен. Давайте так. Вот 62 тысячи, потому что это две функции. Опасно. Две единицы. Закон уже честный. Что? Можно? Будет другой человек, да нет, пускай будет. Да нет, пускай будет. Да нет, пускай будет. Да нет, как они не дают нам 100 тысяч на проект. Только на этот год. И на следующий год опять 200 тысяч. Это будет 3 года. Правильно. И я думаю, что из этих 200 тысяч евро мы имеем возможность выделить 62 тысячи лей на содержание менеджера, менеджера по проекту. Не менеджеру по энергетике. Не подменяйте понятие. Менеджер по энергоэффективности единица постоянная. Она должна быть в штате. Почему ее до сих пор нету? Это вопросы к руководству, к отделу экономики, к остальным. К этому вопросу вернемся постоянно. А менеджер по проекту – это на период реализации проекта. Еще 3 года. Я уверен, что Фрупон понимает после Мерли, как я прошу Дана Татьяна. Что варианта, как я читал, как я после результата, как комиссии, все, что мы решили с выделением этих денежных средств, полностью, что людям, жителям нашего района, с выделением средств, вот этих, которые запланировали на это распределить 60 тысяч, на изыскание свободных средств района на следующей сессии. Все, идет. В этом тексте, да. В этом тексте. Ворон дацем двойкам он тревари. По сызыке чисто реферу на карабету, кадем 3-4-7. Карабетка генерал, ну, префигуряется на листе или листе. Acum văd 3 cetățeni și a fost la fiecare suma de 4.500. Despre Răcină Igor, unii al cunoașteți, a lucrat în poliție, a nimerit în accident în timpul lucrului. De 15 ani și e de țintuit la pat. Are nevoie de îngrijiri medicale permanent. Și încă crește și un copil, el singur îl crește, fără de mamă. N-a avut niciodată, n-a primit ajutor, acest ajutor material de Consiliul Raional. Vă să zic că în așa situație, invalid de gradul 1, în timpul lucrului, deci la serviciu, forțele de ordine, și suma a fost micșorată de la 4.500 la 2.000 de lei. Eu propun să fie pusă suma care a fost arătată de 4.500 de lei. Cât mai mult că rezervă este. Că rezervă este. La cei două cetățeni, cei Catală, Zinaida și Găbineță Vera, lor le-a fost descoperită o parte din acoperiș și au fost luate șiferele. Suma a fost arătată tot de 4.000 jumătate și aici este de 2.000. Domnul primar a prezentat documente, domnul primar. Da, încă am trecut. La comisie s-a discutat și s-a... Păi bine,
По комиссии, комиссии, на бюджетной комиссии, как было, господин председатель? Врачей Игорь выделили 2000 лей. Всего 250. Ну, там, я не знаю, какие вопросы могут возникнуть. Мы согласны. Можно я скажу? Можно я скажу? У меня два вопроса. У нас было предложение по поводу, в прошлый раз мы обсуждали бокалы ООН. Наш коллега Светин, который на сегодняшний день не может быть здесь, так как он является ООНом или тысячи лет. Вы не туда смотрите. Это не тот бокал. Это не тот бокал? Не тот бокал. Тот идет как пачку. Понятно. Хорошо, еще один тогда вопрос. 5000 мы выделяем? Кому? Бачку. Другой бокал. Я бокал Еврумова Анжела. Кто-то знает об этой женщине? Кто? Еврумова Анжела. Знаем. Расскажите о ее. О ней расскажите вообще. Кто она такая? Благодетная мать, которая живет в совхозе. Да. Кроме своих троих маленьких детей, она имеет еще одного приемного. Мужа нет, она одна. Она взяла ребенка, ее мужа, который ушел. Вначале этого ребенка с другой женщиной. Она не взяла этого ребенка. Это не есть суд. Да. Она имеет приемного ребенка. Да. Это не суд. Вопрос, мы выделяем на репарацию миделей. Но Сентямрушинь, тысячу лей. Она, женщина, я ее видела в коридоре, когда она писала Саличтари. И она просила деньги, так как она хотела оставить детей в детском доме, уехать на заработки для того, чтобы привести свой дом в порядок и чтобы мочь жить со своими детьми, которых она воспитывает. Ребята, нам не совестно? Тысячи лей? Вы на тысячу лей что-то сделаете? Я не разговаривала с ней, я не знаю, что она просила у консилиума. Я знаю, что это некрасиво и неправильно. Человек действительно имеет право на получение серьезной материальной помощи оказать. Значит, я понимаю, но она воспитывает малолетних детей. Значит, уважаемые советники, то есть то, что сказала госпожа Умтила, я с ней полностью согласен. Значит, вы видите, и есть вопросы, которые по распределению помощи социальной. То есть здесь в самом деле есть куча вопросов, и мы считаем, что, значит, вот это распределение, оно не соответствует объективности. Поэтому я прошу, господин председатель, давайте ставим вопрос на голосование по поводу того, чтобы, когда мы через неделю рассмотрим вопросы и бюджета, и исполнения, будем знать более ясную картину, проанализируем, и поставить вопрос вот этот по распределению материальной помощи. Дорогие, есть предложение все-таки уже... Так как уже поставили, мы видели, это рассматривалось на бюджетной комиссии, и вся комиссия 100% приняла здесь позитив. Уже, я думаю, что все-таки люди, как говорится, под Богом ходят, там на голосование как есть, рассматриваем дальнейшие вопросы, а уже потом... Если кого-то дополнительно нужно... Да уже потом не будет. Нет, эти люди не могут больше получить. Дома президент, я не могу пропустить ворог понятия работ. А ворбит прийти цель Айсатури Карабетовка. Сын. Пропустили я их сын. И он да пропустили для смажора отчет аждор до 2 до 4 500 лей. Чего вам говорит ситуация? У нас получается сейчас сумма 60, порядка 60 тысяч. Вы свободны. Значит, 70 тысяч, да, 70 тысяч. Мы сидим ищем, где найти 20 тысяч, где найти оплату. То, что говорила Татьяна, значит, оплату человека, который работал год и так далее, везде. Там каких-то 20 тысяч. А мы сейчас, не подготовившись, исходя из каких-то политических интересов, мы хотим 70 тысяч их раскидать. Я еще раз говорю, не надо зачем, кого-то обижать, кого-то не обижать. Давайте мы этот вопрос
перенесем на неделю в следующий раз и учтем. А то никто от этого ничего не выиграет. Просто ремарка, если мы сейчас выделяем так, как есть, они больше не имеют права в этом году получить. Да, конечно. Да. Я, по крайней мере, по тому вопросу, который я спросила за 1000 лет, я прошу, чтобы пересмотрели в рамках ее заявления и выделили столько, сколько она просила. Я не ознакомлена с документами. Вот видите, мы сейчас не можем... Она не указала, значит, выделить 5000 лет. Татьяна, сейчас, секунду. Значит, мы сейчас не можем кого-то рассмотреть, а кого-то не рассмотреть. Мы не можем, это социальные вопросы. То есть эти вопросы, они важны и для всех, потому что мы сейчас просто смотрим себя, мы себя дискредитируем. Давай мы его переносим на неделю, ничего не изменим. В этих списках есть люди, которым мальчики нужны эти деньги? Конечно, основная масса такая. Я вам скажу, там есть, которые большие суммы, пусть это вас не удивляет. Это кранчер, это раковые больные, которые ждут полгода, когда мы с декабря месяца, с ноября есть, которые ждут, когда проведем сессию. Одна химия стоит 300 евро с чем-то, одна бутылочка. Кто слышал когда-то? Я с этих соображений. А других у нас нету политических. Николай Георгиевич, политические были, когда 40 человек замокли и получили за один день. Да. Помните? Помните, я напоминаю. Вот это было политическое. А это не политическое, это люди, которые болеют. Уже половина уже умерли. Но ты жив еще. Зачем вы политику превращаете? Нет, я не превращаю политику, я прошу увеличить сумму. Просто я объясняю. Большие суммы – это кранчер. Нет, я прошу увеличить большую сумму для этой женщины персонально. Есть резервный фонд, деньги дома есть. Что? Что-то вечером мы... Да, лучше сейчас извините. Мы не сдавки здесь, 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 Катана Зинаида Гребенец Вера. Ультимели. Ультимели. Да. Та инвалид вас, когда играет он ты, речила Игор. Чинчи мий прокурна, речила Игор. А через 24 миша жматали. Да, пархи, да, пархи. Доамна Татьяна, часто собой карит. Я предлагаю Еврумова поднять. Тихо. Для того, чтобы она Еврумова. Потому что ей нужна помощь, и она должна остаться воспитывать своих детей, а не бросить их и уехать. Да, сейчас. Дома Мартыров. Я прошу прощения, можно я вмешаюсь? Да. Вот я смотрю на вас, у вас, значит, повестка такая. Сегодня. Дается заявление. У вас, я не понимаю, председатель сидит, и Ина тоже сидит, значит, ничего. У вас заложено 200 тысяч на год. Так я сказала, Что? Вы сейчас отдадите 100. Приводим суду. Тише мы. Ну, давайте послушаем. Вам надо будет еще заседать. Завтра, послезавтра какой-то несчастный у кого-то. Что вы будете делать? Что вы скажете этим людям тогда? Скажу вам еще дополнительно. Если вы надеетесь, что райсобес, то райсобес не сможет. Потому что в этом году фонд снят. Осталась только социальная помощь. Я назвал фонд и называю цифру. 875 тысяч за прошлый год. Это мы тогда давали материальную помощь. И не так списками, а давали, сидели там 9 человек с врачами, нет филогитрика, которые надо рассматривать. Вот мы говорим, не написано заявление. Может быть человек, слушай, пришел, написал заявление, дайте мне эту материальную помощь, нечем платить коммунальную. Вы говорите 5, давайте дадим 5. Завтра она придет, скажет, мне тоже не хватает, опять. Вот да, это всегда. Да, всегда саму. Чтобы люди взяли... Вообще ради чего у нас это значит? Вот с вами на сессии. Первоначально, когда был утвержден совет, было оговорено, вот здесь примаринец не дадут соврать, что при распределении резервного фонда будут приглашать примарей. Потому что примари знают ситуацию в городе, в селе, и каждый будет высказывать, кому сколько дать.
Согласен. Но один раз это было, и после этого полный игнор. Все забыли. И все, сегодня распределяется, предоставляется. Я как бы пересмотрел по тем вопросам, которые было выделено советом. Я согласен с людьми. Это право совета. Как бы людей я посмотрел, да, реально есть картина тяжелая у нас в городе. Вот с этой женщиной тоже реальная картина тяжелая. Мы там со стороны городского совета ей тоже помогаем. Смотрю, сейчас районный совет как бы мало выделил. Если есть возможность поднять, то пожалуйста. Ну, на будущее, чтобы не создавать такой прецедент и такие прения на совете, просто пригласите и расскажем, какая ситуация, где какая. Есть выбор. Да, ну, вот у всех договорились. Для чего есть из нас прокурили мели? Можно? Я хочу одно сказать. Здесь правильно сказал господин Мартынов, что вы должны понимать, что год только начался. Потом, чтобы вы понимали, что потом не было обвинений в чей-то адрес, вы принимаете решение. Вы можете подать хоть 7 сейчас 5, понять, 200 отдать. Но потом, не дай бог, какая-то чрезвычайная ситуация, денег нет. Так желтый снег на улице. Ну это желтый снег по сегодняшней нашей ситуации. Это сахар. Поэтому вы должны думать. Потом вы говорите, что вот вы сейчас забыли вопрос, что вы говорили, что надо найти 20-30 тысяч. Вы уже это забыли, начали за другое. Давайте в общем подумаем, что нам нужно делать, и где приоритеты, где нет. А не просто голосовать, вот кому-то как-то нужно. Мне не нужно, поверьте. Я ничего не имею с этим человеком, я просто... Я по вас персонально, по-моему, не сказал. Ты примешь, я же тёр сначала, пачку пить. Стиван Васильевич, уважаемые советники, Николай Георгиевич, пусть выскажет господин Левицкий. Уважаемые советники, я изучил, через меня тоже проходят все документы, которые на материальную помощь. Вы мне извините, я считаю, что предложения по увеличению не обоснованы. Скажу почему? Потому что заявитель пишет, прошу вас оказать материальную помощь на погашение затрат по медикаментам. И никаких оправдательных документов, сколько он затратил, нету. И я рекомендовал бы вам, господа управления финансов, чтобы вы были очень осторожны. Потому что комиссия рассмотрела, и она учитывала все подтверждающие документы. Но не можем мы повысить 5000 лей, если нет, не указано, что он действительно затратил 5000 лей на приобретение медикаментов. На ковесный штурматериал Дурлевицкий, ковынок, пластиковый штурматериал, на штатце фамилиар, регламент укупривили на утилизаторе фонда резервы, пермите, а штурматериал уник, коренок, хоть и депоши, но саларию медики и экономии. Значит, уважаемые советники, вот видите, вот мы сейчас тоже, значит, вот мы послушали, да, прекрасно мы понимаем советника Скоробетыки, да, господина Ивана Рычева. Прекрасно понимаем и Казаку. Прекрасно мы понимаем госпожу Татьяну. Я и согласен, и с председателем района, и в этой части я его поддерживаю, господина Пушка. И правильно говорит и Левицкий. То есть вопросы, есть противоречия, есть очень много, которых сейчас мы должны знать. Эта сумма 70 тысяч. У нас дальше, если будет где-то что-то, у нас денег не будет. Это очень важно, тем более вопросы социальные. Поэтому я еще раз прошу, давайте мы спокойно сделаем глубокий вдох и медленный выдох, успокоимся. И этот вопрос перенесем ее неделю, ничего не решаем. Абсолютно. Мы пройдем ее через комиссии, заслушаем, правильно сказали, и должны быть лепта, и примала. Потому что, чем поешь, правильно сказал, должно быть учитывать и ихние. Проанализируем ситуацию, которая... Медики, да, правильно. Очень, потому что здесь вопрос и об уголовной ответственности. Я прошу прощения, не пугайтесь. Потому что должно быть подтверждение. Левицкий очень правильно сказал. Ну, то есть давайте мы всех послушаем, тогда проведем соответственно через комиссии те предложения, которые будут, мы решим. Неделя ничего не изменит. Что мы тратим время дискуссировать? Я прошу, поставь вопрос на голосование по поводу переноса на неделю. Мы его не можем поставить, потому что мы должны его поставить таком, с дополнением советников госпожа
это утилы господина Казака. Ставим на Казак. И в пункте здесь, где вы сказали, 4500. Господин председатель, они согласны. Они согласны, что не об этом говорили. Они согласны. Поэтому ставьте на голосование. Что делать? Согласен перенести. Потому что должно быть. Сын Дома Пропунер. Дом Пропунер. ЛСМ проект у Кари есть. Мало ему дать. Шадоля Пропунери. Еще раз. Сейчас мы должны или принять, или не принять. Принять с добавлением. С добавлением принимаем. Можно сказать, добавление вопрос. Раз, добавление а вы, что вы не боитесь? Да. Вы все здесь и здоровые, и играете здесь. Вот эти деньги, болеет рак. Вы не понимаете, что вы говорите? А выделение кому-то? Это люди. Я предлагаю ввести вопрос с дополнением. Да. Денежных этих рычилок, катан и кабинет полностью и Евромова. Как вы предлагали, уважаемые советники, поставить на голосование. Еще раз ставим на голосование с дополнением, которое вы предоставляли, выделение тех средств, которые вы дали победить. Да, еще раз для ясности. Ставится на голосование проект, который у вас есть дополнительно. Вот я показываю все перед камерой. Купривильна модифкария будет в районе, я могу уметь опрыть, а локарь будет в финансаре. Чинча лекси, шику, пропунер лекарю, пост на ориентаде лекетри, консильеру, казаку, шумтир. Да. С учетом дополнения. С учетом дополнения. Рапортор Дарина Беловуз. Стиманское селиере, чеп рапорт умел фашау фразы к санатате и май скумпа депутуатия. Че ну пот со кумпер по нич он бан. Și foarte mult îmi pare rău că am ajuns cu poșa raport la ce situație a ajuns spitalul nostru. Am gătit o notă informativă, însă când a fost acum întreruperea, s-a apropiat de mine și a spus să vorbesc în limba rusă, să fie înțeles. De aceea eu nu ați citesc nota informativă, dar să o spun cum este în limba rusă. Наша больница, все вы знаете, работает с национальной компанией «Диасигуре». Мы имеем контракт с компанией, кто нас финансирует. В 2016 году, для того, чтобы мы могли работать по тем условиям, которые компания нам предоставляет, мы должны быть аккредитированы. Если мы не аккредитированы, значит, компания с нами не заключает контракт. В 2016 году наша больница была как комиссия аккредитации, проводила аккредитацию. Два отделения из нашего учреждения не было аккредитировано. Это хирургическое отделение и роддом. Из-за этого начались у нас и проблемы. Если отделение не аккредитировано, они были аккредитированы, хирургическое отделение, нет хирурга, вы все знаете, и оно не может быть аккредитировано, потому что нет специалистов. И роддом тоже, есть только один специалист, один акушер-гинеколог, тоже, который условий контракта невозможно аккредитировать. Дом, и начали... Я сейчас сказал, у минуты репал. У нас в Рокфу-Мосла, в этой школе, в Агрогенец,
Да, целесу скважку пипа, ну, ну, сын целесит, щеку прав, если, а габль, когда есть ему метод, фаца, да. Там целесит, как испунку, у зиму бухни такую руку. Да, субы, субмоскова, дуру, а ратата сара. Шиба, шиба, мост пойму, кумашек, кари, спрашивай. Варты мускопи, интернат, не смотрели? Очень много людей в масках, где ходят. Сейчас, все, я забыл. Вот это мои требы. Школа имела такая. Вест, это, вест. Хорошо, если песок, а если химия? Можно продолжать, да. Условия контрактировано для роддома. Мы должны иметь 300 родов в год и должны иметь обязательно в штатах неонатолога, анестезиолога, реаниматолога и двух хотя бы акушер-гинекологов, потому что работа роддома это 24 часа в сутки, должны, человек не может работать один человек столько часов без отдыха. Также условия для хирургии тоже есть, что должны хотя бы два хирурга, идеально три хирурга. Я понял. И чтобы была палата интенсивной терапии, то реанимационное отделение. Да, Наталья, честно, ну тот сам Куруску, там, чтим, там, ну, что это один дебат. Пропуни раду мне вас. Так, с вас дума ляка, ты келку елили. Эти отделения у нас работали, и за 17-й год вместе мы, они как бы затраты 950 тысяч, нет, 1 813 000 лей. То есть это мы платили без того, чтобы мы имели право работать. Мы сразу обратились, я сразу обращалась и к Асилю Районал, обращалась к Фондатору, мы обращались в компании, в министерство, ездили. Дону Михайлову, все знают про нашу проблему, потому что проблема еще вот эта, а еще добавилось, что нам повысили заработную плату, и мы но контракт компании не увеличилась, и у нас еще и это наслоилось. И мы везде ездили, все, проблема пока не решилась, но мы дошли до того, что уже дальше не можем накоплять долги. Внутренним приказом. Работал Дону Цуркан немножко, снова уехал. Приняли другого хирурга, вы все знаете, Старыма. Тоже он сделал только одну операцию. То есть никак не покрывались наши расходы. Он уволился тоже. И внутренним приказом мы сделали в отделении хирургии. Сейчас мы поставили больных, хронических больных, кериатрических. То есть население, которое свыше 65 лет возраста. Хочу сказать, мы остались в районе с таким населением. У нас мало родов. За год, прошлый год у нас было 120 родов, 117 было в роддоме, 3 на дому. По всему району без, то есть через ЗАГС 192. То есть 72 рода у нас вне нашего роддома, нашей люди. И такая ситуация, одни роды на 3-4 дня. Хирурга нет, все, мы одни затраты. Да, еще не аккредитированы. Пропуни. Вот про это пунь. Наша ситуация. Объясните до конца. Это ты Приложение. Одно я уже сделала и довожу, потому что вы учредитель, Касилю Райна, что мы уже остановили хирургию, потому что там нету, мы не можем. И страдает население. Население должно знать, куда их вести на операции. Пока мы это не сделаем, скорая помощь не знает, куда их вести. Надо делать контракт с той больницей, кто может оказать эту помощь. То есть сближать. Это репрофилари. Будем... Компания разрешает нам свою активность превышать только с хроническими больными. Острые нельзя расширить. Только можем вот эти койки использовать на хронических больных. Это реабилитари, это ингрежир паллиативе и гериатрия.
С роддомом. Роддом, есть один врач, пока вы знаете, наш роддом работает. Выходили тоже с этой проблемой. Говорили с председателем района. И так мы работаем как бы не аккредитированы. Мы очень, мы нарушаем этим. Компания не хочет оплачивать. Не оплачивает, но мы платим зарплат, потому что люди ангажированы у нас в больнице. Мы не можем не оплатить. Они работают. И тоже приостановить, пока мы не найдем выход. Ваше мнение. Можно руководство района? Вы работали с этим вопросом. Руководство района, представьте информацию. Нет, не приостановить хирургию, а роддом пока, так мы решили, оставить, пока мы не найдем выход из положения. Извините, я сказала приостановить. Хирургию мы уже приостановили, а роддом вот так. Также еще мы должны обязательно, это мы сразу после сессии, открыть приемный покой. Потому что, не имея хирургии, мы должны иметь приемный покой. Так куда направляют больных с хирургией? Мы сейчас направляем в Чемишлию. Я поговорила с директором, нету. Сейчас мы уже, если сессия решит, это не уже будет все коридорная, не коридорная больница, случайно? Бессарабские в коридоре, а остальные... В Чемишлии есть врачи. Хирургическая помощь поставлена хорошая. Просто нужно уже мы официально через компанию, тогда... Не в коридоре. Да, как инфекционное отделение. А что вы сделали, что не было в коридоре? Да, аппендицит. Все, не начали. Не хочет узнать. Помилишь, не слышал. Я 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 слышал. Я